Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем наши упражнения на развитие силы рук, развитие силы хвата, вот, на развитие феноменальных способностей. Вот, сейчас хочу предложить вашему вниманию крест, упражнение, которое называется крест с гирями. Вот, у меня есть вот такие вот уральские гири, вы видите, пудовые. Вот. Хочу предложить вашему вниманию упражнение крест, вот, которое выполняется в стойке. Вот, вот таким вот образом разводим руки и удерживаем пудовые гири на разведенных руках. Вот, дорогие мои, тренируйтесь, укрепляйте свои руки. Надо сказать, что это упражнение на соревнованиях выполняется на время, так что нет предела совершенству, можно выполнять упражнение на время максимально, кто сколько может держать. Всего вам доброго. Если вам понравился мой канал и понравились мои видео, ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч!